Дорогие, вот смотрите, все, кто вручает цветы, говорите такие пламенные слова. Потому что в человеческой душе всякие красивые слова – это здоровье и продолжение жизни. Дорогие, сейчас выступает Анна Еремчук. Анна Еремчук, ее особенность как поэта в том, что она пишет стихи на разных языках, что для нас очень важно. И готовится ли в солнце Леня Людмила, а потом Вера Свинцова. Вера Свинцова готовится. Да, у нас. Пожалуйста. Так, спокойствие, пожалуйста. Анна Юрьевна. Алло. Поскольку я не слышала на польском языке, поэтому начну с польского языка. Место укохане. Камера. Место моє укохане за лазуровим небом. Нікти нігди не заповні, хто раз звідів себе вільно. Єстесь ніби діамент в шапіровій шаті і правдивий, як сакрам в теразнішому часі. Він я в стенгу увінела взбужа і пагурки, і віленька теж пшеріла, зажича, як цурки. Свята матка в острій брамі діти све учила, на оборони своєї ойчизни їх благословила. І мільнюки, і літваки, що в світі русяні, нігде тебе не запомню, місто вкохане. Плині вілія ашонівна, несі воден чисту, в ковні віда све поранки, мійон син сребжисті. И второе, поскольку я в доме учителя есть такой клуб, где пишут стихи в роднике, и поэтому на русском языке такое стихотворение. В сердца и душу нам проник неумолкаемый родник. Пишем стихи, поем романсы, решаем творчество, нюансы. Возраст каждого из нас, кто постарше, кто моложе, украшаем каждый час, мы пример для молодежи. Извините. Гивянимость от гал не грешка. Йохс вайстас мумс не от картус, не сукражинс проскреюся и унесте. Но реял буд весур перма, саво дарвос пердаук не клести. Ламинга буд, буд мильма, лайки дискреинче и унесте. О ей и шрамку ей шкриз, и в неколесью я сучукти, женал не гиметас, курис привяз меня, гиляне не суклупти. Нек снеголес меня спривязть, уж ляст гиляне на позицию. Деве, раз ктос куреешь твердь, тас не мажас маму амбициас. Гиляне, декою тау, уж дулано таман ликима. Мелам аж вильню и гимял, саву тяну и в противю гимтимини. Спасибо, Ильченко. Спасибо. Благодарим. Людмила или в солнце Леня, пожалуйста. Пожалуйста, Дарья. Тоже вильнюсская поэтесса. Я хотела прочитать стихотворение «Черный и белый ангел», которое в моем сборнике есть. Но мне тут в
буквально на днях прислали песню, но это исполнил не композитор, не певец, а нейросеть Суно АИ. И я хочу вам предложить послушать его. 3 минуты. Малюты притяжение души моей магнит. И что за наваждение, что так к тебе манит? Ой, мне это зачем воспоминание? Сказали, что моя ты радость, сердцу манящая нежная сладость. Моя ты песня, вечная тайна, встреча с тобой была не случайна. Прелюдии вдохновения мне хочется опять. И как могло случиться, не думал, не гадал, как смог он так влюбиться, что в сеть любви попал. Мое ты счастье, моя ты радость, сердцу манящая нежная сладость. Моя ты песня, вечная тайна, встреча с тобой была не случайна. Мечтаю утонуть, и как завороженный вновь у любви в плену. Не счесть ночей бессонных, не счесть ненастных дней, и все же понимаю, что нет души родней. Мое ты счастье, моя ты радость, сердцу манящая нежная сладость. Моя ты песня, вечная тайна, встреча с тобой была не случайна. На правом плече белый ангел сидит, за каждым мгновением жизни следит. Читает молитвы он нам за спиной, он добр и лучист, дарит радость, покой. На левом плече восседает другой, величием кичится неистов лихой. Он лишь одурачит, желает людей сквозь злом и ложью от лестивых речей. А белый наш ангел, посланник небес, парится плечами и полон чудес. Он Божьим заветом делиться готов, кто хочет, поймет его даже без слов.
любовь кто-то ищет, а кто серебро. И шепчет нам слева упрямец опять: я дам все, что хочешь, сумей лишь принять. Волнуется, мечется наша душа, но как эту жизнь бы прожить не греша. Соблазнов так много у нас на пути, и нам лишь решать, по какому идти. А белый наш ангел, посланник небес, парится плечами и полон чудес. Он прочным советом делиться готов, кто хочет, поймет его даже без слов. Наша душа, ну как эту жизнь прожить не греша. Соблазнов так много у нас на пути, и нам лишь решать, по какому идти. А белый наш ангел, посланник небес, парится плечами и полон чудес. Он Божьим советом делиться готов, кто хочет, поймет его даже без слов. По ангелам сна по жизни ведут, и между собой вечно споры ведут. От нейросети до моей стихи. Спасибо. Слушайте, для меня роль Любани Сингишера это тяжело. Не надо со мной фотографироваться. Мне это очень, как сказать, ну и человек скромный, поэт, сижу себе и стихи пишу. А когда со мной как с официальным лицом, мне как-то, честно говоря, ну я, ну, теряюсь. Так, одних поэтов фотографируйте, а я так в сторонке. Итак, речь, слово предоставляется Вере Свинцовой, город Каунас. Эстафету каунасцев поддерживают потом Валентина Киселева, Анатолий Киселев. А потом большой сюрприз. Пожалуйста. Вера Свинцова, Каунас. Да, подруга может удивлять. Вот хотя бы предупредила. Нет. Нет, говорит. Знаете, живу много лет. Камера. Но сердечко мое. Камера. Громче, громче, громче. Намного громче. Да. Сердечко разрывается. Россия и Литва. Ну а Господь всегда рядом со мною, везде меня сопровождает, и я верю в Господа. И очень часто моя жизнь меня кидает в детство. Об этом я прочитаю. Мое детство будто сказка. Помню я тропинки Брянска, помню мать, сестер, отца, помню наш цветущий сад. Сколько было озорства, но не повернуть назад стрелки, чтоб обнять всех вместе. Отзвенело мое детство. Быстро времени стремнина унесла и не спросила, я согласна или нет, покорилась я судьбе. Но сегодня что-то снова вспоминается былое. Милый мальчик нес портфели. Только яблок недозрело нам не довелось вкусить. По велению судьбы свататься пришел другой и увез меня с собой. Я и без Литвы гражданка.
Только вот такая жалость. По ночам тоска по Брянску не мешает высыпаться. Видеть всех сестер сердечко, на высокое крылечко восхожу я по ступеням, пусть крутым, но незабвенным. Так судьба распорядилась, дети, внуки, все свершилось. Моя родина вторая хороша, как память рая. Так живу я в двух мирах, память детства и Литва, все в сердечке сочетая, знать, судьба моя такая. Можно мне, я должна уже... Так, Валечка, пожалуйста, не сейчас, подожди, Леночка должна или нет, а потом вы. Калмыцкая эстафета прерывается. Сейчас слово Лене Шеремет, но я не могу так просто предоставить мне сказать пару слов. Вот посмотрите, посмотрите, вот это, как вам сказать, настоящая поэтесса. Понимаете? Все в ней хорошо. И слов, и красота. Да? Вот. Отбросьте. Пожалуйста. Елена Шеремет. Здравствуйте во всех смыслах этого слова. С праздником. Извините, что я вклинилась, но у меня уважительная причина. Немного человеку надо в общем. Светило солнце, чтоб стояли рощи, чтоб топотал резвясь малыш по лужам, и чтоб старик был детям своим нужен, чтоб капель дождика для птиц хватало, чтоб человечество войны не забывала, чтоб жизни новые на свет рождались, чтоб пред иконой головы склонялись, чтобы природа придавала силы, а мы ее для внуков сохранили. Для счастья в сущности немного надо. Ценить бы жизнь, что Бог послал в награду. Маленький эпиграф. Слово «вместе» как объятие. У него одно понятие вне пространства и времен, возраста вне и знамен. Мгновенные виды за окном экспресса, мгновенные сплетни, ужасы из прессы, мгновенные и картины поднебесья, мгновенно жизнь у каждого. Но вместе мы с вами ощущаем человечность и понимаем к доброте синоним вечность. И чувство локтя, и надежное плечо, и сострадание, свет в глазах, как родничок надежды, понимания, защиты. И слово сложное и главное – простите. Все это словно хлеб насущный важно. Есть искра Божья в человеке каждом. Мы от мгновения любви приходим в мир. Вся жизнь – попытка одолеть псалтырь. Смотрите, что такое вот поэт? Поэт – это слепая рифма, плечо, родничок. Главное слово «простите», сентенция, великолепно. Все. Итак, дорогие, Калмыцкая эстафета проявит сейчас себя. Это пара из Калмыца. Надо сказать, что на них посмотришь и сразу уже слышишь поэзию. Пара из Калмыца, которая прожила вместе. Знаете, мне даже страшно это слово произнести. Вы страшно. Вы не говорите. Вот скажи. Вместе прожить столько лет. Ну не говори. Ну скажи ты. Очень интересно.
Ну, 25, ну, 50, ну, 64, ну, больше не надо. Все. На сегодня. Так что вы родились и сразу поженились? Мы до того. Нас поженили, видимо, до того. Нет, моя дорогая, я все-таки замуж вышла совершеннолетняя, и тем более детей рожала тоже совершеннолетняя. Ну, как бы, хорошо выглядит. В наши годы это так было. А сейчас, вот знаете, я послушала трех, я рада всех вас видеть, и я послушала выступление, и вот как говорят, искусство и не надо перевода, искусство и не надо лишних слов. Вы понимаете, мы какую песню споем, какую? И наши песни перекликаются полностью. Теперь вот Галина пела, говорила, пела колокола, там о колоколах, где у нас такая песня. Это песня вот ваши слова. А в ангелах наша от души. Ну, прям похожие. Но так как нашего музыканта нету, мы будем петь так, без музыканта. А вы нам, пожалуйста, помогайте. Давай. Русь. Три, четыре. Русь моя, березовая даль, Русь моя, ты радость и печаль, ты православная моя царица, но с нам тобою небо прояснится. Колокольная Русь, я тебе поклонюсь, буду славить твои купола. Вечной ты славе была, колокольная Русь, я тебя помолюсь, чтобы вечной ты славе была. Не объять ту радость и ту боль, что дает нам хлеб, вода и соль, твоих сердей неведомая стать. Как хочется мне это все объять, колокольная Русь, за тебе помолюсь, буду славить твои купола. Колокольная Русь, за тебя помолюсь, чтобы вечной ты славе была. Колокольная Русь, за тебя помолюсь, чтобы вечной ты славе. Ну вот это у нас был недавно концерт, и звучала вот эта песня, она мне всю ночь снилась. Опа. Послушайте, если бы вы услышали эти строки, они бы вам тоже снялись. Буду опипать. А вот что, послушайте? Да погромче, пойте, чтобы все слышали. Да нет, по-моему, громко звучит. Ну ладно, это уже по заявкам. Нечего одеть, что не говори, не нравится платья. Буду одевать с ног до головы, я тебя в объятья. Будет одевать с ног до головы, он меня в объятья. Выйду из воды в капельках росы, давно это было. С головы до ног ты меня забыла. С ног до головы, с головы до ног я его забыла. Все озарено речка и закат, серебро свеченье. Переодета с головы до ног, платье и забвенья. Я теперь одета с головы до пят, платье и забвенья. Нечего надеть, что не говори, не нравится платья. Буду одевать с ног до головы, я тебя в объятья.
будет одевать с ног до головы, он меня объятья. Две души, это уже четвертый, ну хорошо. По блату. Ну, правда. Да, встал на сцене, надо хорошо дружить. Это знаешь, что вот это... Не покинь меня, не покинь меня, не покинь. Хорошо? А потом коронная. Хорошо. Зорька алая, губы алые, а в глазах твоих, а в глазах твоих небосин. Ты любовь моя, долгожданная, не покинь меня, не покинь меня, не. Потеряли тонкий след, печали замели.
как друг друга искали, но в толпе потеряли тонкий след печали, замели две души, 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 усевшись там под звездой, вспоминали час особенный свой. Час, когда тьма пропала, и душа отыскала путь души единственной родной. Час, когда тьма пропала, и душа отыскала путь души единственной родной. Две души, две души, две души, две души. Две души, две души, две души, две души, гуляя по небесам, говорили в тишине по душам, но друг друга искали, но в толпе потеряли тонкий след печали замели. Как друг друга искали, но в толпе потеряли тонкий след печали замели. Они даже за руки держались. Да, понимаете? Я сейчас буду плакать. Ой, ну не надо. Лучше порадуйтесь, а вы плачете. Ну зачем же так?